России – это событие, объединяющее всех людей, которые искренне любят и гордятся своей страной. 11 июня в Центре культуры состоялся торжественный концерт, посвященный одному из самых главных праздников нашей страны. Жители города могли насладиться звучанием патриотических песен и просмотров русских народных танцев. А губернатор Магаданской области лично пришел на концерт, чтобы поздравить всех горожан с этим праздником. Сначала, мне кажется, этот праздник, День России, когда он был учрежден, напоминал нам о развале Советского Союза, страны, где многие, в которой многие присутствующие в этом же зале родились. И это чувство боли от произошедшего, конечно, накладывало свое отношение к празднику. Но вы знаете, как-то постепенно с 2000 года ситуация начала меняться, причем достаточно незаметно. И от развала страны, от развала армии, от развала народного хозяйства мы как-то незаметно перешли совершенно в другую плоскость, что ли. Сегодня вооруженные силы, судя по всему, это, наверное, лучшие вооруженные силы в мире. Мы вернули ту мощь, которая всегда оберегала и защищала наше государство. Всегда очень уважительно, бережно, свято относились к нашим защитникам Отечества. И хотелось бы сегодня поздравить всех вас с праздником. С Днем России! Сегодня можно с гордостью говорить, я гражданин великой страны России. Желаю вам всем здоровья, счастья и процветания.